Здравствуйте, меня зовут Игорь, я из Украины. Но вот как уже на протяжении 3-го года живу в Азербайджане, в городе Баку, и практикую свою деятельность здесь. Хочу оставить свой отзыв об онлайн-обучении классическому массажу и миопрессуры у Руслана Дубок. Почему выбрал именно его? На протяжении долгих лет я изучал миопрессуру, смотрел Лукьянова, смотрел многих специалистов, прочитал 2 тома Travels и Simmons книги, попадались много других книг по работе с триггерными точками. Закончил английскую академию при королевстве OMT-тренинг, можете посмотреть в инстаграме, что это такое. Закончил обучение у Агулова, висцерального массажа, то есть мануальная терапия внутренних органов. Закончил также у его ученика Карматского Тимофея вакуумному массажу, как динамическому, так и статическому. То есть, если так взять, обучений очень много у меня, но не было основного, наверное, пазла. У меня было много знаний, много практик, и знаний по миопрессуре очень много. То есть, может, чего-то не хватало. Когда я увидел видео, мне попалось Руслана Дубок, что-то ёкнуло, что-то откликнулось внутри меня, и я понял, что это мое. Я пересмотрел порядка 20 видео, может и больше даже, не знаю, и в одном из видео внизу увидел, что проходит обучение по классическому массажу. Сначала я подумал, ну, блин, классический массаж, мне же хотелось бы миопрессуры, но поверьте, без классического массажа, это уже я сейчас говорю из опыта, пройденного у Руслана Дубок, без классического массажа миопрессура у вас не получится. Очень много я беру также до сих пор из классического массажа, использую в миопрессуре. Потому что миопрессура — это уже более жесткий метод, наверное, классического массажа. Хочу рассказать об онлайн обучении. Не думайте, что онлайн обучение настолько просто. У Руслана подача изумительная. А чтобы получить сертификат, правда, он мне на самом деле не настолько нужен. Если так вот посмотреть, у меня ни одного сертификата на стене так и нет. Потому что о мастерах всегда говорят клиенты. Очень много домашнего задания. Каждую неделю домашнее задание. Это домашнее задание нужно сделать. Руслан исправляет, поправляет и улучшает вашу деятельность, вашу работу руками. Ваше знание превращается в познание. И это дорогого стоит на самом деле. Я не то, что там, честно скажу, никогда отзывы не оставлял о каких-то мастерах, учителях. Хотя многому учился. Но вот Руслану я просто рекомендую пойти к Руслану именно на онлайн обучение, если у вас не получается офлайн. Я понимаю, что офлайн, если бы у меня была такая возможность, я бы, скорее всего, что прилетел бы и обучился еще и офлайну. Попробовал его руки, попробовал на самом деле, как это все работает на себе. Но хочу сказать, что в работе, вот в обучении миопрессуры, наверное, важно патология, о которой он рассказывает, анатомия. Да, у меня была анатомия, механика, биохимия, физиология, своих знаний достаточно много, так как я профессиональный спортсмен, я чемпион Украины по американскому футболу, я неоднократный призер чемпионата Кубка и чемпионатов Украины по бодибилдингу, стаж тренажерного зала у меня порядка 33 лет, я фитнес-инструктор, в свое время была студия по аэробике. Я прошел обучение в Киевской академии «Планета Фитнес», вообще московская. В 2010 году фитнес получил премию «Фитнес-профессионал года», то есть получил профессиональную карту. То есть знание анатомии у меня, слава богу, не хромает и шикарное. Но то, что рассказывает Руслан и подает с другой точки зрения анатомию, как она работает. И что я хочу заметить, я очень много прочитал по триггерным точкам. И мне это как-то не особо нравилось. И вот в онлайн обучении и вообще в обучении у Руслана он никогда не говорит о триггерных точках. И я с ним прям согласен на все 100%, потому что искать триггерные точки у людей — это ошибка. Нужно искать болевые участки. Это миофасциальный болевой синдром, скорее всего, что.
Мы работаем с ними, с фасциями, с фиброзом. Поэтому ту подачу, которую дает Руслан, вы можете даже проверить по видео, да, которое он снимает для нас всех. И люди пробуют, это мизер, это я даже не знаю, процент, наверное, из того, что он показывает на обучениях, подача его, харизма, да, там есть шуточки, может кому-то не нравится, но именно Руслан закрыл тот пазл, который мне не хватал. И сейчас, если мои результаты там были на людях через 2-3 месяца, они сейчас сократились в 1 месяц. Да, я использую и какую-то свою технику вакуумных массажа, и использую подачу техники вакуумного массажа Руслана. Все комбинируя. Нельзя от чего-то отказываться. И нравится то, что Руслан учит не вот не тупо, просто вот все, верьте мне, я лучший. Нет. Он делает вас лучшими. Вы тоже специалисты. У нас своя практика. У нас свои клиенты. И мы должны чувствовать, расположить человека к себе. То есть обучение, которое дает Руслан, и я уверен, что будет продолжение миопрессуры, то есть я прошу его и просил, он знает об этом, миопрессура для продвинутых. Это было бы здорово, потому что те ученики, которые у него уже есть, и онлайн, и офлайн, я уверен, что прошли большую практику, испробовали всю ту методику, которую он нам рассказал, мы записали, попробовали, сделали, сняли видео, отправляли ему, была обратная связь, и эта обратная связь очень быстрая. Я не знаю, когда он это все успевает, но он просто, наверное, как будто там супергерой, супермен. Его отношение к каждому – это уникальное отношение, то есть исправляет, рассказывает, где надавить сильнее. И я бы назвал, наверное, миопрессура и его обучение дальнейшее – это миопрессура, искусство давления, потому что именно давление, нажатие, надавливание, давление – это действительно искусство, миопрессура, потому что где-то передавив, мы можем наоборот сжать мышцу, и мышца может сократиться, сжаться и не разжаться. Поэтому, прочувствовав, как это все работает, вы можете только сами на своей практике, но с Русланом это будет намного легче. С книгами, которые есть на рынке, Travel, Simmons и много других книг. Кстати, у нас там в онлайн-обучении уже большая библиотека книг, поэтому как только вы появитесь в онлайн-обучении, я думаю, вам будет доступ ко всем этим книгам. Книги – это всего лишь знания. Еще раз повторюсь, Руслан дает познание. То есть вы познаете с ним всю роскошь миопрессуры, работать как с мышцами, где нажимать, куда дает. Поверьте, таких знаний я не видел. Я обучался у многих, ездил по разным странам, у меня позволяет возможность так делать. Но в данный момент я нашел своего учителя. Я нашел учителя по работе с мышцами, и это как раз-таки то, что я искал. Потому что, да, вправление позвоночника, вправление суставов – это хорошо. Где-то нужно. Но с миопрессурой – это прям шикарно. Советую, записывайтесь. Не переживайте, если у вас что-то не получится. Никто вас не гонит в онлайн-обучении. Вы можете растянуть обучение. Я, допустим, просмотрел заново классический массаж обучения. Потом еще раз прошел повторно онлайн-обучение миопрессуру, то есть не записывался к нему, а все эти видео пересмотрел и улучшил свою технику. И я уверен, что я еще раз перед тем, когда Руслан назначит новую миопрессуру, там новое обучение, я пересмотрю всю миопрессуру онлайн-обучения первого обучения, чтобы где-то, может быть, что-то я упустил, чтобы улучшить свою технику, потому что хочется не растягивать лечение человека, а как можно максимально быстрее помочь ему. Советую Руслану Дубок, это уникальный человек. Спасибо.